Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередная посылка. Я решила сделать отдельное видео этой посылки. Это демисезонная куртка, осень-весна, но максимум до нуля, мне кажется. Черного цвета, под бренд Zara. Ссылку я на похожую куртку покажу, только здесь на капюшоне будут липучки. Стоила эта куртка 2197 рублей. Это хороший интернет-магазин, вы можете проконсультироваться с продавцом, какой размер брать. Но это куртка оверсайз, хорошего качества. Заказала ее по рекомендации известного блогера с Екатеринбурга Виктория Рон. Она очень хорошие, как сказать, товары показывает постоянно. И к распродаже, постоянно и к Новому году все показывает. Я ее рекламировать не буду, сами найдете. Вот. Пришло быстро, за 12 дней. Трек отслеживался. Вот так мне выдали, видите, вот. Хорошо, что внутри не повредили. Но я такой первый раз получаю, конечно. Может быть, порвали. Вот, давайте аккуратно вскрывать. Просто у кого-то даже был один раз с дыркой пришло. Я не знаю, вот я вскрываю, видите. Слава богу, все в порядке. А регулируется куртка на кулистке. Вот так она упакована. Видите, какой? Немножко похож материал на Uniqlo. Немножко такой. Вот. Я вижу, что она уже оверсайз. Такой большой пакет. Давайте вскроем. Угу. Так. Ну, это капюшон, я не знаю. Но, ребят, до нуля я не могу сказать, что она до нуля. Ну, до плюс 5, да. Она такая легенькая. Нитки торчат, предупреждаю. Здесь липучки. Но липучки меня не смущают. Да ладно, мы очистим. Так, ага, вот так написано. Joint Life. Размер XL. Смотрите, бирка под Зару. Посмотрите. Сейчас покажу. Бирка под Зару. Как искать на Алиэкспресс заровские вещи? Вбиваете английскими буквы ZA и просто по рейтингу, по отзывам заказываете. Консультируйтесь с продавцом, читайте отзывы или смотрите известных блогеров, которые делают обзоры, как Виктория Рон. Вот. Он такой мягкий. Может быть, еще надо хорошо потрясти, распределить. Но за такую сумму, кстати, очень приятный такой вот. Так, капюшон. Ну, такой легкий. Мне кажется, наполнитель вот этот хлопок. Вешалка есть. Правда. Просто они продают Зару на Алиэкспресс. А под другими просто марку меняют. Вот. Но вот этот магазин, видите, даже бирка Зара. Там такой до 5000 стоит. Но там на без этих... крепления, я имею в виду, на таких вот манжетиках. Ну, такая куртка приятная. Вот, давайте вскроем ее. Молния, видите, как сделана? Давайте вскроем аккуратно. Ага. Вот, ниточки. Ну, это ладно, ничего страшного. Мне когда джинсовка приходила, там тоже нитки были. Вот. Так. Сейчас, секунду. Вот так она открывается. Ага. Внутри все вот так сделано. Вот здесь кулиска, видите, регулируется, можно подтянуть. Ну, сейчас вы сами знаете, такие куртки без капюшона модные, оверсайз, или как халат завязывающий. Мне халат как завязывающий не идет, мне ростом, мне кажется. Так, посмотрим, молнию показываю. Угу. Ну, так, за 2000. Такой приличный. Я боюсь, что он мне будет оверсайз очень. Так, давайте посмотрим карманы. Угу. Вроде дырок ничего нет. Такой хороший материал. Бывает, знаете, хуже. Нет, здесь хороший материал, но я не могу сказать, что она прям такая на осенне, да. Здесь все аккуратно сделано. Давайте посмотрим, бирочки какие тут есть. Так, смотрите. Вот такая бирка.
стопроцентный нейлон, стопроцентный нейлон и 100% китайская. Вот. Вот так. Капюшон не очень сильно набит. Вот здесь, например, мало хлопка. А внутри... Вот, ну курточка такая неплохая. За 2200. У нас такие в магазине, я знаю, будут стоить. Юникло даже 5000 стоит. Похоже. И Юникло можно куртки, пуховики найти на Алиэкспресс. Вот здесь такая манжетка. Вот, ну неплохая. Так, давайте рукава тоже нитки торчат. Так, здесь тоже нитки торчат. Самое главное, спасибо, что на таможке. Пришла с улицы, сейчас 0 градусов, идет дождик, я не замерзла. Видите, вот, вот такой материал влагоотталкивающий. Снег, не знаю, как еще не проверяла. Куртка по размеру подошла, но она сильно оверсайз. Спасает кулиска внизу, где можно регулировать, и где рукава. На рост 1,70 м рукава не будут вам короткие, я вам сразу уверяю. Нитки я все обрезала. Куртку я отпарила. Бирки Zara, чтобы равномерно вот этот, я не знаю, хлопок лег прекрасно, распределился. Что мне не понравилось, что открыто очень горло, и сама куртка на липучках. Вот. И капюшон очень большой. И вот здесь прям очень хорошо набито. Вот здесь вот. А сам вот здесь капюшон такой менее набит. Ну, кто-то писал, что в оригинале в Заре тоже не сильно набит этот пуховик. Вот. Можно мне было, наверное, L или M взять. Но я переписывалась с продавцом, мне порекомендовал XL. Но можно, мне кажется, было L. S-ка мне будет груди маловато. У меня рост 160, грудь 100, бедра 110. Кто любит такие куртки оверсайз, я вам рекомендую. За 2200 прекрасная цена, подойдет на прохладную осень, это октябрь-ноябрь, а на весну, это, наверное, уже, если будет тепло, март-апрель. Вот. Но вот эти липучки... И этот капюшон, сейчас я потом вам еще покажу. Молния хорошо все работает, все исправно. Мне она очень нравится, я довольна. Я ее уже носила и в дождик, ткань непромокаемая. И ветер, и в минус один сегодня ходила. Маме моей понравилось, тете понравилось, мужу он не понимает эту моду, оверсайз или короткие вот эти жилетки. Он не любит вообще оверсайз, что штаны, что брюки. Видите, и вот здесь шея открыта. Или надо шарф, или палантин, или вот так. Вот даже если я сейчас застегну, да, и видите, какой глубокий капюшон. И когда ветер, у меня вот так. Ну, вы поняли, да? Когда ветер, у меня вот так просто капюшон, если я не завяжу. Вот если бы здесь была кулиска, вообще просто ты вот так урегулировал, и вообще бы ничего. Видите, какое? Это я еще просто затянула. 52-й влезет, 54-й мама влезла, но ей немножко вот здесь, у кого живот, было в животе мало и немножко в груди. Грудь у нее 100, бедра тоже 110. 52-й спокойно влезет. 54-й, в зависимости, если у вас нет живота, можете брать. Кто-то писал на 56-й. Ткань немножко похожа на пуховики Uniqlo. Вот. Так что у этого продавца очень много отзывов. Берите, когда скидка. И я потом покажу на улице, как на расстоянии вот смотрится этот пуховик. Я очень довольна. Вот. Сейчас его прекрасно ношу, таскаю. Ну, конечно, надо быть аккуратным, потому что если ты что-то зацепишь, все, это ткань, просто куртка. Можно будет выкидывать. А так, после отпаривателя она вообще прекрасна. Села, и цвет такой. Материал нейлон. Вот. Вообще он пишет, что
XL это 130. Видите, я вот уже вот так. Вот здесь, да, видите, еще место есть. Но вот здесь уже. Так что присмотритесь. Теперь я вам рассказала, как можно найти вещи на AliExpress в Zara. Zara вбиваете, вот, смотрите, сравниваете, заходите на официальный сайт Zara, смотрите, что модно, что не модно. Вот. И заказывайте обязательно с отзывами, рейтингом. Но реально как оригинал на самом деле смотрится. Она тоже не так сильно набита. Я очень курткой довольна. Но в сильную метель, мне кажется, будет холодновато. Даже если теплый свитер. Максимум до минус одного. Вот. На такую теплую зиму. Ссылочка, конечно же, в описании. Вот так смотрится курточка оверсайз. Пишите, большая она мне или нет. Но я очень ей довольна. Так что, смотрите как. Мне кажется, очень хорошо она смотрится. Ссылочка в описании. Подписываемся на канал, ставим лайк. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.